Доброе утро. Это у нас туман сегодня. Вот что значит проливные дожди, дожди, дожди. А потом жара плюс 32. Такой туман, что ничего не видно. Даже не видно, что внизу находится. Машины не видно. Доброе утро. Смотрите, какой туман. Ничего не видно, но солнце. На солнце можно смотреть без очков из-за тумана. Всем хорошего дня! Церемония поднятия флага бывает по понедельникам. Праздник середины осени приближается, и у нас весь двор украсили фонариками, флажками. Очень красиво. Ну, так красиво все украсили, и беседку украсили. София, типа, крутышка? Ты крутышка? Сегодня еще произвела разбор гардероба. Выкинула нафиг просто все вещи старые, или которые я не носила, или которые мне не нравились, или которые я просто думала, можно дома поносить. Короче, я просто собрала все это в кучу и выкинула, чтобы мои глаза больше этого не видели никогда. Боже, какое облегчение на душе. Это не описать словами. Праздник середины осени – это как новая жизнь. Поэтому будем начинать новую жизнь нового гардероба. В этом году праздник середины осени и праздник образования КНР совпали. И, в общем, с 1 октября по 8 октября будут праздники, выходные, тусовки и великая миграция китайцев на свои малые родины. Тима, что орешь? Вот. И мы тоже думаем, если нам повезет с погодой, если не будет дождя, то тоже куда-нибудь обязательно поедем. И ужасно хочется поехать еще разок в Ханчжоу на Сиху. Так что... Кажется, начинается дождь. Что там говорят нам модные журналы? В этом сезоне модно сочетать принты. Особенно моден горох и леопард. Так вот, она знает о моде все и даже больше. Что за сосиска тут отдыхает? Марфи, ку-ку. Маффин у нас умница, научился делать новый трюк. Барьер научился делать, да, Маффин? Следующий наш пункт – это змейка. Будем учиться. Моя детка,
Ты отдыхаешь, мой хороший? Скажи привет. Мальчик мой любимый. Красавец.